Привет! Как дела? Сегодня мой 100-й выпуск на канале «Англичанка». И сегодня я хочу вам рассказать о том, как проходит премьера фильма Джеймса Бонда в Лондоне, потому как 31 марта мы ожидаем новую премьеру в Королевском Альберт-Холле. No time to die. Не время умирать. Агент 007 снова будет спасать мир. Мне удалось побывать дважды на красных дорожках премьеры этого фильма. Первый был в октябре 2012 года, тогда Бондиана называлась Skyfall. И второй уже проходил в 2015 году, все в том же Альберт Холле, и назывался Спектр. Он невидим, его имя неизвестно. Он работает в секретной службе на английскую королеву, оберегая ее покой и сон. Так, что сама королева даже не догадывается о его существовании. У него много шикарных девушек, он бывает в лучших фешнебельных местах мира. Он агент британской разведки. Мистер Бонд. Джеймс Бонд. В октябре 2012 года, к сожалению, мой журнал, на который я работала до этого, Main People, закрылся, и мне пришлось уже своими силами искать, на какие мероприятия мне ходить, что снимать и куда это все продавать. Так как у меня уже был годовой опыт в получении аккредитации, а также в посещении таких вот мировых событий. Я видела на автобусах, по городу ездила афиша премьеры фильма Skyfall с Джеймсом Бондом, с Дэниелом Крейгом. Потом в Харротсе выставляли такие красивые витрины девушек Джеймса Бонда. Там, ну, как бы они продавали одежду, естественно, но девушки там то с пистолетами, то с какими-то там со съемочной площадки, чуть ли не видеокамерами и хлопушками. В общем, все это я тоже так немножечко поснимала на фото и решила пойти к Рояль Альберт Холлу, попробовать поучаствовать в премьере фильма, то есть попасть на красную дорожку. К сожалению, не помню, как это все у меня произошло в 2012 году, но я туда попала. И причем попала в область, где стояли фотографы. Естественно, на все красные дорожки я хожу в качестве фаната, то есть посмотреть звезд мировых и так далее. То есть на красной дорожке аккредитации у меня никогда не бывает. Но как раз вот на Skyfall я попала в область рядом с этими профессиональными фотографами, а потом еще и, по-моему, зашла в эту область и вместе с фотографами стояла там наверху, где как бы у них такая лесенка была, и все фотографы в основном стояли внизу, потому что им надо держать камеру прямо напротив актера. А мне-то этого не надо, я на самом верху стояла и сверху все это замечательно снимала, потому что у меня зум большой, и я могла снимать там очень далеко. Но мне не надо было далеко, потому что я была тоже напротив, но только немножечко сверху снимала. А изначально я, конечно, стояла сбоку от пресс-пена, это пресс-пен называется, то есть где стоит пресса, а фан-зон или фан-пен тоже такая отделенная область для фанатов. Вот мы стояли рядом, пресс-пен и фан-пен, и как-то мне удалось пройти. То ли там был проход, и я уже, когда все начали звезды прибывать и фотографировать, зашла туда. Ну, я иногда так делаю, потому что все равно я ощущаю себя больше прессой, чем фанатом. И спокойно стояла и снимала все. Сколько там было звезд. Это был 50-летний юбилей Джеймса Бонда. Кстати, песня Skyfall, которую исполнила Адель, была выпущена в 0 часов 07 минут 5 октября 2012 года. Именно этот день считается как бы днем рождения Бондианы. То есть 50-летний юбилей Адель выпустила свой сингл Skyfall. Та-та-та-та, Skyfall. Сколько же там было звезд? Естественно, Дэниел Крейг, основной Джеймс Бонд, который играет в фильме в последнее время. Джуди Дэнч, его босс. Наоми Харрис, Хавьер Бардем, Беренис Марло и многие-многие другие.
Там фотографам выдавали опять такие листы, кто есть кто, как бы, какие актеры прибывают, какие гости ожидаются, ну, чтобы потом подписывать. Ну, это об этом я уже рассказывала. И мне удалось заснять пару листочков основных актеров. Все эти актеры спокойно общались с публикой, раздавали автографы, общались также с прессой, рассказывали что-то о фильме. И выходили в область фотографов, стояли, позировали там им. Как бы началось, по-моему, даже Наоми Кэмпбелл я видела. Началось такой очень большой ажиотаж, ну, под конец уже, когда премьера вот-вот начнется, начинают приезжать такие основные маститые гости, и очень много людей, которых я не знала, британских, можно увидеть в клипе, который я вам прикреплю вот здесь. И так как премьера Skyfall была королевской, туда под закрытие красной дорожки прибыли принц Чарльз и Камилла Паркер Боулс на своем Роллс-Ройсе, по-моему, приехали, помахали всем ручкой и пошли смотреть этот фильм. Все вместе в одном зале королевского Альберт-Холла. На премьере Skyfall была установлена по центру у Рояль Альберт-Холла такая машина Джеймса Бонда. Ой, я не помню, какой марки, по-моему, Aston Martin. И только в конце уже, после того, как все зашли в зал, стали смотреть фильм, красная дорожка и фанаты, и все гости, все, и вся пресса стали расходиться, и мне удалось попасть прямо на саму красную дорожку и там немножечко пофотографироваться на фоне этой машины. Как раз таки, чтобы запомнился этот момент, что я была вот здесь, вот на этой премьере, на премьере Skyfall. К сожалению, кадров, видеокадров у меня осталось мало. Фото тоже немножечко, что нашла, то вам и показываю. Проблема в том, что за 8 лет у меня пару раз умирали мои компьютеры, и особенно сильно пострадал 2015 год, лето, когда я лишилась очень многих кадров, видеокадров, фото вроде бы остались на том компьютере, который у меня умер. Я не смогла его привезти в Россию, потому что на тот момент, когда я уезжала из Великобритании, у меня было столько вещей, 85 килограмм. Как я везла эти 85 килограмм, я вам тоже попозже расскажу. Мне пришлось купить бизнес-класс, мне пришлось на нашей таможне заплатить штраф за то, что я привезла больше 50 килограмм и так далее. Это все в отдельном ролике расскажу, это другая история и очень такая печальная, потому что даже в тех 85 килограммах, что я везла с собой из Великобритании, была всего лишь 1/5 часть тех вещей, которые я смогла забрать с собой в Россию. А остальные 4/5 части мне пришлось выкинуть и раздать друзьям. И вот компьютер как раз пострадал, и так как, ну, я понимала, что вытащить, возможно, можно информацию, но вести всю эту бандуру, это еще плюс там 2 килограмма, я решила его утилизировать и выкинула. Поэтому, к сожалению, кое-какие кадры потерялись, кое-какие кадры я списывала на диски, тогда еще были диски, сейчас я не могу их найти, где они, в общем, ну, с течением жизни, как бы, места проживания меняются, и ты не можешь понять, где у тебя находится, то есть у меня были эти диски дома, здесь, в России, в Петербурге, сейчас я их не могу найти, где они дома, все перекладывалось с места на место, и в итоге где-то потерялось. Но благо у меня остался клип, который я сделала в тот момент. К сожалению, качество немножко страдает, но понять суть всей красной дорожки 2012 года можно в этом ролике. И про премьеру фильма «Спектр» я могу рассказать и показать именно в видеокадрах, поэтому про «Спектр». Мне опять удалось попасть на красную дорожку, опять встать рядом с фотографами, но уже в пресс-зону я на «Спектре» не попала. Кого я увидела? Я, естественно, видела опять Дэниела Крейга, Монику Белуччи в этот раз, Лию Сейду, Бена Уишоу, в общем, всех, весь основной каст, это актерский состав, который принимал участие в съемках «Спектр». И так как опять эта премьера была королевской, на красную дорожку в самом конце, под закрытие, приехали королевские персоны. Принц Уильям, Кейт Миддлтон и принц Гарри. На тот момент это была троица, не было тогда еще Меган, и поэтому они все втроем вместе пошли смотреть
фильм под названием «Спектр». Какой будет красная дорожка новой Бондианы «No time to die»? Не время умирать. Нет времени на смерть, если дословно переводить. Дела, дела, дела. Посмотрим, кто будет. Так как Меган с Гарри покидают королевскую семью, скорее всего, это будет опять принц Уильям и Кейт Миддлтон. Или принц Чарльз и Камилла Паркер Боулс. Кто знает, может быть, и сама королева приедет на эту Бондиану. Поживем, посмотрим. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!